Друзья, всем огромный привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли, добро пожаловать в наши видосы, поставьте этому видео прямо сейчас лайк авансом, и мы начинаем. И начинаем мы с хорошей новости, Сергей Стилов, хондовод, теперь можно сказать официально на видео. И передо мной стоит прекрасная Honda Civic EG5, это пятое поколение Civic'ов, я думаю, многие из вас его не раз видели, многие из вас его любят, может быть, даже кто-то очень хотел себе. Я лично когда-то давно, когда еще у меня была только Сильвия, получается, очень хотел себе купить Civic, вот как раз таки пятого поколения, но тогда не срослось, я купил себе Жигу. И, в общем, я решил исполнить свою мечту и все-таки купить себе Civic в хорошем, конечно же, состоянии. Это был самый главный вообще пункт. То есть я готов был переплатить, но купить его в очень хорошем состоянии. Особенно по кузову, особенно по аркам, под днищу и так далее. Потому что, ну, Civic'и такие тачки, что у них, к сожалению, ну, все гниет реально. И, соответственно, надо было брать Civic, который уже просто хорошо доработан, доделан и вложена в него прямо душа. И, собственно, попался мне такой. Дело было, на самом деле, в пробке вообще в Питере. Я ехал по набережной на тундре и вижу, Civic черный едет. Я даже видос этот выкладывал в телегу как-то. Вот подписчики из телеги, вот на нее QR-код. Возможно, вы его видели. В общем, вижу, едет Civic черный, офигенно выглядит, открашенный карбоновый капот. Думаю, блин, офигенно. Останавливаюсь, знакомлюсь с владельцем, он оказался мой подписчик. И спрашиваю, слушай, не собираешься продавать? Он такой, не, не собираюсь, машина там для души, очень редко на ней выезжаю. Я такой, ну ладно, я говорю, если что, пиши на почту. И, собственно, через какое-то время мне он пишет, говорит, Серег, могу продать, сейчас там деньги нужны, но недешево. Поговорили с ним о цене, поговорили о машине, спеках, и я подумал, что надо брать, стопудово надо брать, когда еще такое будет? Плюс посмотрел рынок, как бы, ну, даже близко в таком состоянии тогда не было. Не знаю, что сейчас творится, но тогда, летом, этого не было просто. Ну и, соответственно, покупка произошла, но не хотел пока показывать, пока у нас были другие дела, соревнования и так далее. Думаю, надо снять отдельный видос. И вот уже октябрь, и мы только сейчас снимаем это видео. На самом деле, на машине катались. На машине катался я, когда тундра была на обслуживании, еще где-то там на мойках и так далее. На машине катался также мой оператор, потому что у него сейчас машины нет, и, соответственно, я ему там решил помочь, чтобы был мобилен везде, не пользовался каршерингом лишний раз, и катался на Civic'е. И, собственно, на Civic'е уже проезжено, ну, нами 2000 километров, даже, может быть, чуть-чуть побольше, представляете? И самое главное, насколько он реально прикольный, надежный, ничего не отвалилось, ничего не сломалось, ничего не было в неисправном состоянии. То есть, во-первых, спасибо владельцу Кириллу, который сказал, что с ним все четко, как бы он за него ручается. Он дал от него еще кучу запчастей, о них мы расскажем попозже, естественно, в гараже все вам покажу. Так вот, самое главное, что реально машина, чем она мне привлекала вообще, в принципе, всегда и сейчас, это очень простой автомобиль, это отличный автомобиль для тех, кто хочет только начать свою автомобильную какую-то деятельность, изучить машины, не знаю, понять, как что устроено. Неприхотливый автомобиль для студента, для человека, ну, там, с небольшими бюджетами, скажем так. Тачка для лета, можно, конечно, и зимой эксплуатировать, понятно, но зимой, наверное, прикольно поставить все-таки где-то ее в гараж, либо на паркинг, чтобы все-таки кузов, во всяком случае, вот у нас, вот здесь, вот в Питере, кузову будет плохо, потому что здесь кузов полностью отреставрирован, переварен там, где надо, но при этом с машиной все полный порядок, документы у нее тоже все полный порядок, это точно. И, соответственно, она перекрашена и выглядит реально круто. Я думаю, вы заценили вид ее, во-первых. Черный Civic, прямо мне очень нравится. Не знаю, я любитель таких машин, японцев, можно сказать и так. Понятно, что это не чистокровный ЖДМ, но все равно это японская машина, и, конечно, мы японские машины на этом канале очень любим. Ну и, собственно, катаемся мы на нем уже вот 2000 километров, даже больше, никаких проблем не было, и здесь неприхотливый мотор, здесь мотор стоит 1.5, трамблерный, который очень мало ест топлива, реально очень мало, расход минимальный.
катаешься, масло он тоже не ест. Или мы подливали немножко масла? А, ну вот чутка подлили, но типа меньше, чем пол-литра. Собственно, больше мы как бы не подходили, не трогали. Вот сейчас как раз у нас будет замена масла. Ну и, собственно, там тоже обслуживание тоже сейчас произведем. Естественно, все это сделаем. Итак, давайте более подробно расскажу именно про кузов, про внешнюю составляющую этой машины. Это важно, опять же, в Сивиках это очень важно. 2 года назад перекрашивалась полностью, обдиралась вся до металла. Менялись все проблемные элементы, они здесь конкретно были в порогах, конечно же, пороги менялись. Далее очень важный элемент, вот здесь вот вокруг горловины бака тоже все менялось, переваривалось, чтобы здесь было все прямо в идеале. Также поставили новые бампера в круг. Из ништячков это пластиковый капот с карбоновой ламинацией, оригинальные AeroCatch замки капота, передний новый бампер, как я уже сказал, губа, реплика спун. Вот с губой как раз ему очень идет, потому что, ну, сразу видно, Civic нормальный, гоночный, из-под деда. Зеркала здесь тоже не стоковые, это реплика спун в карбоновой ламинации. Удобные, маленькие, прикольно смотрятся. Я, конечно, если честно, ну, по Civic'ам реально пока не силен. Понятное дело, что если бы мне поставили сюда Сильвию, я бы здесь был как рыба в воде. Так, конечно, я, естественно, спек изучил, многое что спросил у владельца, у Кирилла. Но, знаете, у меня есть такая тема в машинах, если она мне нравится внешне, и при этом техническое состояние ее, ну, как полагается, хорошее, то все, я в машину влюбляюсь, в этот кузов влюбляюсь, и мне хочется на нем кататься. Мне хочется даже просто наблюдать его в своем гараже. Я помню, одно время Civic, как раз мы просто вам это не показывали, стоял именно в боксе, вот там, где сейчас стоит лавр, и это было реально, ну, прям картина такая красивая. Приятно, когда хорошие ухоженные машины стоят у вас в боксе, вы это наблюдаете. Ну, во всяком случае, мне это греет сердечко. Сзади у нас красуется вот этот прекрасный спойлер-козырек. Этой машине он тоже очень идет, именно то, что, знаете, не как прямо DuckTail, потому что мне кажется, вот именно с этим лаконичным видом, а вот как раз таки вот такой спойлер, то, что надо. И вот этот элемент, крышка багажника, она пластиковая, была заменена при покраске, что была гнилая, тяжелая, и сейчас она, ну, просто смотрится как стоковая часть, еще и пластиковая, это круто. У Civic'ов тема такая, что здесь так вот открывается багажник, можно снимать даже видео из него, можно просто посидеть, отдохнуть, это все очень круто. Что мне еще понравилось именно в этой машине, то что здесь супер ухоженный салон. Вы знаете, когда садишься в машину, видишь ее полностью стоковый салон в отличном состоянии, где хорошо пахнет, где все чистенько, все аккуратненько. И это на самом деле достойно уважения стопудово. Плюс, конечно же, главные элементы, которые надо заменить, заменены. А это именно руль. Руль здесь Нарди, без вылета, такой с проставочкой. И 2 полуковша Bright, тоже которые очень удобные, с регулировкой спинки. Ну, то есть у них прям комфортно. Нет такого, знаете, когда вы в жестких ковшах, как корче, когда вы полностью собраны, все, у вас сейчас будет гонка. Здесь это именно такой вариант на каждый день. На каждый день идеально. Также здесь из бонусов подстаканники. Мне сказали, что это реально бонус. Оп, подстаканчики есть. Здесь также есть люк, но люк у ЕГ-серии, он вот такой вот, то, что здесь не стекло, а он просто вот так вот открывается. Ну и, соответственно, есть проветривание. Это уже у следующих кузовов появился, ну, как мы привыкли, обычный люк стеклянный, который открывается. Здесь именно такая тема. Также из ништяков здесь приборка от Integra 10.2. Музычка стоит, все играет, как бы работает. Печка тоже все работает, все комфортно. Кулиса перешитая, карбоновый вот этот набалдажник. То есть, знаете, такой реально минималистичный стайл. Вот больше, в принципе, ничего не надо. Как бы и не фул гонка, корч какой-то там лютый на каком-то бешеном моторе, а именно машина на каждый день, на повседнев, которая не требует особого внимания к ней. Понятно, что следить за ней надо, и, соответственно, этим занимался предыдущий хозяин. Например, там, вот чтобы сделать полностью рабочий люк, все заменено, все обслужено, все это работало. У машины было именно должное внимание. Это очень важно. Вы знаете, как я, в принципе, если я владею автомобилями, то, ну, они все обычно превращаются в какие-то гонки. Эту машину тоже можно превратить в гонку при желании. Тут можно свапнуть двигатель, поставить реально мощный. Можно еще сделать некоторые доработки, но машина от этого станет, конечно, менее городская. Сейчас это именно такой идеально сбалансированный городской автомобиль, который, ну, просто сел, поехал экономично, и, соответственно, если ее чинить, обслуживать, это тоже выйдет вам недорого. Так,
Так, ну и как в классических обзорах, немного прокатимся на машине. На самом деле эта серия такая вводная, это знакомство с этим автомобилем. И, соответственно, все самые важные нюансы, детали хотел как раз про него рассказать именно вам в этом видео. Как я уже говорил, что двигатель тут стоит 1.5. Совершенно, ну, не гоночный двигатель, по моему мнению. Но при этом, в принципе, довольно бодро ехать на нем можно. Понятно, что без диких ускорений, без всего такого. И, конечно же, владея этой машиной уже, ну, сколько получается? Ну, с лета я владею этой машиной, да? У меня посещали идеи, сейчас я куплю двигатель, сейчас мы туда что-нибудь свапнем, все это подснимем, сделаем, доработаем, потому что... Я тюнер до мозга костей, не знаю, как это назвать. Ну, короче, вот это во мне постоянно движет. Надо доделать, надо что-то сделать, надо переделать. Но с другой стороны, я понимал, что вот конкретно эта машина, она может подойти тому человеку, кто еще как бы не владеет тачкой, кто только хочет себе первый автомобиль, кто хочет вообще понять, что такое машина, как ее там можно дорабатывать, что туда прикручивать. И это отличный вариант, потому что, ну, здесь не надо сразу переваривать на эти кузов полностью, не знаю, там, делать двигатель и так далее. Вот как сказал владелец, ему собрали этот двигатель довольно уж давно, и все, он просто, не парясь, на нем ездит, меняет масло каждые 5000 километров на нем, на 5.40, и все. И как говорил владелец этого Цивика, Кирилл, что он здесь прикладывал руку, ну, почти к любому узлу, то есть и к кузову, и к подвеске, и к двигателю. По коробке здесь пятиступка, кулиса очень удобно включается, вообще нет в этом проблем. Сцепление достаточно мягкое, опять же, это мы говорим про повседневную эксплуатацию этой машины. Ну так, в принципе, вот сейчас я на вторую переключусь и ускорюсь. Поехали! Ну, втека тут нету, но в целом, что ускоряется, он уже как бы под 80. Неплохо. Лежаки переезжаются очень мягко. А сейчас здесь подвеска стоит, я так понимаю, стоковая. Есть у нас уже припасены, на самом деле, сюда кайловеры. Опять же, я устрою, наверное, голосование небольшое насчет кайловеров. Надо ли их ставить на зиму? Потому что на зиму, может быть, если кто-то хочет эксплуатировать ее, может быть, оно и не нужно. Но в любом случае мы сделаем как? Обслужим их полностью. Подготовим, и там уже поймем, ставить их или не ставить. Когда я первый раз увидел эту машину, я подумал, что-то как-то высоковато. То есть вот сейчас видите ее внешний вид, как будто бы надо было всю пониже, как минимум попу пониже, а вообще всю дропнуть. Это вот как идея с мотором. Может быть, оно и не надо на повседнев. Вот, заметьте, губа до сих пор целая, как бы с ней ничего не случилось, она достаточно низко находится от земли. Лежачие переезжаются идеально, то есть ничего не цепляется. На паркинг какой-то тоже можно заехать. Возможно, это и есть золотая середина, вот знаете, повседневной машины и какого-то проекта. То есть обычно, когда мы делаем какой-то проект, реально стенсовый, там, дрифтовый, мы идем во все тяжкие, если это направление стенс, либо какой-то просто, ну, внешний тюнинг. Это обязательно машина в пол, это обязательно неудобно, и от этого следует, что не везде проедешь, неудобно ездить, жестко прыгаешь постоянно, и постоянно у тебя, естественно, все элементы бампера, сплиттера, губы, они в любом случае портятся, потому что ну, невозможно ездить на машине и содержать ее в идеале на низкой машине. Если как бы иметь низкую машину, либо она стоит на выставке, выезжает в идеале на эвакуаторе, желательно, либо как бы нормально эксплуатируем и, соответственно, раз в сезон минимум подкрашиваем, перекрашиваем, какие-то элементы восстанавливаем. Губы ломаются только, как бы, только так. Поэтому, возможно, такая высота этой машины, этого Сивика, это идеально. Я то называю Сивик, то Цивик. Так, давайте Гоги наберем. Гога, ну, мой тренер, я знаю, вы все знаете Гогу, он лютый хондовод. И мы сейчас спросим его, Сивик или Цивик называть. Привет, буквально на меньше минуты. Ты тут на видео говоришь. Слушай, я делаю обзор Сивика, и я постоянно называю его то Сивик, то Цивик. Как правильно? Как правильно, неправильно, говори Кивик, и все. И вот это будет нормально. Кивик? По-нашему. Кивик, Кивик. Да нет, ну хорош, какой Кивик? Ну, короче, Сивик говорить или Цивик? Сивик, просто Сивик. 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 Все, хорошо, Гог. Да. Спасибо тебе большое. Все, давай, пока. Все, Гога сказал Сивик норм. Поэтому сильно не ругайтесь, что я называю и так, и так. Если это кого-то затронуло, то мои глубочайшие извинения. По управляемости, наверное, многие хотят узнать. Достаточно юркая машина. Понятно, что на кайловерах, на винтах она станет еще юрче. Именно какие-то быстрые перестроения, да. Но сейчас она достаточно не валкая, довольно бодро перестраивается.
А также по тормозам здесь стоят доработанные тормоза. Диски спереди 280-е, сзади диски 260-е. Поменены суппорта от то ли CR-V, то ли Аккорда. И на этом кузове, на Civic, это реально чувствуется. Здесь тормоза прям очень прям бодрые. Машина кайфовая, блин, мне она реально нравится. Я ее использовал, честно, вот как вот запасной вариант, потому что, ну, сами понимаете, конечно, каждый день я двигаюсь на тундре, потому что мне нужна вместительность, да, что-то вожу в кузове постоянно и так далее. Я настолько привык уже к большим габаритам тачки, что вот эти перемещения быстрые, куда-то залезть, где-то припарковаться в, ну, достаточно маленьком пространстве, это было для меня, ну, уже в новинку. Можно сказать так. Ну и, конечно, с учетом того, что я в 24 года не смог купить себе такую машину. Реально, в 24 года не мог позволить еще купить себе такую тачку. Ну, с учетом того, что я постоянно там дорабатывал свою Сильвию, я думаю, что, ну, будущего владельца этой машины после конкурса будут все варианты, чтобы просто влиться в тусу, чтобы просто кататься на ней каждый день, наслаждаться им, да, как-то дорабатывать. Либо, если он активный пользователь Сивиков, если он там хочет что-то построить себе такое в стиле Канджо, опять же, то здесь можно эту машину хорошо доработать по мотору, трансмиссии, и она будет валить, очень хорошо рулиться, уверен. Ну и как бы здесь нет проблем с кузовом. Это основной фактор, наверное, покупки хорошего Сивика. Меня часто подписчики спрашивают: Серег, какую первую машину себе взять? И на самом деле один из топов, наверное, топ-3, в него входит как раз-таки Honda Civic, потому что, мое мнение, опять же, но это идеальная машина, на которой можно передвигаться каждый день, недорого ее обслуживать. Соответственно, она не очень много денег у вас будет есть сама по себе. И также на ней можно ворваться на какую-нибудь тусовку, познакомиться с новыми ребятами, соответственно, где-то даже, может быть, поучаствовать в тайм-атаке в любительском, приехать на автодромчик, потому что мы часто приезжаем на автодром на дрифт-тренировки и как раз-таки видим, как стоит много хендоводов, которые тоже приезжали, видимо, на тайм-атак, соответственно, и катались чисто в свое удовольствие. Опять же, понятно, что если уже заниматься каким-то там даже полупрофессиональным, надо подготовить, ну, соответственно, двигатель, надо подготовить еще больше подвеску, но если брать какой-то такой средний вариант, вот, знаете, и на каждый день, и на тусовочку приехать все-таки не на каком-то там китайце кредитном, Вот эта машина прямо идеальна. Ну и плюс ее как бы стоимость, она реально недорогая. Их, понятно, можно и за 100 тысяч купить, но это будет состояние пипец. А можно купить и там за 500 тысяч, где состояние будет очень хорошее. Поэтому диапазон довольно большой для этих кузовов. Опять же, мой совет, наверное, если вы хотите брать машину и, соответственно, ее самому дорабатывать, строить там с нуля, можно взять просто какую-то хорошую заготовку, не сильно гнилую, но все равно там надо будет кузовные элементы делать стопудово. Сивиков только так. Либо взять машину уже, над которой было проведено много работ, вложено много души, средств, и, наверное, это будет примерно вот как раз такой Civic. Здесь для, ну, полного, наверное, вот прям фарша не хватает только сильного двигателя. Но, опять же, если он вам нужен, если вам это не нужно, то можно просто вот на 1.5 кататься, заправлять косарь неделю, ездить по своим делам и спокойно все наслаждаться. И при этом вам будут еще, ну, народ, который показывает лайк, потому что машина реально прикольная. Вот, наверное, такой обзор получился. Это вводная серия по Civic. Дальше, конечно, все будет в формате влога. Буду показывать, что мы будем с ним делать, как мы будем его немного дорабатывать. У меня был план, сейчас, может быть, туда свапнуть что-то сильное, там, купить двигатель. А потом я подумал, блин, ну не всем же нужны как бы гоночные автомобили, по сути, реально. Надо делать какой-то баланс. Вот, например, у нас был Lover, да, на розыгрыш. Это, ну, фулл гонка прям реально полная. А должен быть какой-то баланс. Поэтому в дальнейшем у меня будут появляться как раз-таки автомобили и какие-то суперкарчи гонки. И также автомобили на каждый день с разным бюджетом. То есть вот это из разряда, ну, молодежная гонка, назовем ее так. Хотя владельцу Кириллу 29 лет, которую я купил, но она у него 5 лет. То есть в 24 он ее купил.
5 лет — это достаточно нормальный такой период эксплуатации. У меня, кстати, 5 лет уже тундра получается. Короче, машина из-под владельца, хозяйская, реально крутая. Мне она очень нравится. Да, для меня она, конечно, едет не так сильно быстро, как я уже привык, если особенно сравнивать с ГТРом. Но я был удивлен ее расходу маленького. Я к такому уже не привык, катаясь каждый день на тундре. Вот такой у нас обзор этой Honda Civic получился. Ребят, огромное спасибо, что посмотрели. Думаю, многие уже догадались, что в дальнейшем она у нас будет на конкурсе. Будет тоже эксклюзивная коллекционная наклейка выпущена по ней. Следите за всей информацией. Она будет, конечно же, в телеге, она будет на YouTube. Ну и, соответственно, план таков — сделать какую-то прям ограниченную серию либо наклеек, либо по времени. И, соответственно, ценник этих наклеек тоже поменьше, чем был. Понятно, что мы не можем никак скостить эту доставку, которая была, но сам ценник сделаем поменьше, чтобы было более доступно. Я это как бы понимаю. Чтобы реально был доступный сегмент для тех, кто его реально хочет. Поэтому теперь этот Civic будет появляться в видосах все чаще и чаще. Ну и серия на этом подходит к концу. Ребят, огромное спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. И с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч.